Музон огонь! Поехали! Правда, все на японском будет, ну да ладно. Easy, normal, difficult. Да, normal. 1900XX год. Это... Что, тебе сложно написать год нормально, что ли? Вау! Ниндзя! О. Are you doing? По привычкам уже с прошлой игры. Я пытаюсь вспомнить. Так, на две кнопки, что ли? Как колено-то бить, бляха. Как коленом бить? Две кнопки или одну надо нажимать? Вот, две нажал. Угу, две. Все окей. Поехали. Ту-т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 у. Пыщ. Это так не работает. Долбить прыжок не получится. В определенный момент, когда он коленку ставит. Да, ёпта мать. Ты меня, пожалуйста, не учи, как играть в эту игру, блядь. Я эту игру, блядь, играю уже лет 20, если не 30. Учит он меня сесть, как играть в игры, блядь. Нах! Нанах! Да-да-да! Алло! Да алло! Отписька! Да огонь игра! Для перемещения нажимать кнопки, да? Нормальная хуйня. Нравится. Баям, до свидания. Опа, блин. Да ударь ты, блин, такой. Уй. Горим. Блин, братан. Дело есть. Есть дело одно. Давай. Пока. Go for broke. Что это такое?
Блин, какой здесь музон четкий. Хуба! А! Писька. Летай. Ты дурак, не дури, блядь! Нахуй. Коза, блядь. Да как кухонку брать тут их? Лети, ёпта. Ой, блядь. Ладно. Машни сейчас будем, блядь, по полной, да? Слышь, дай треха, блядь. Иди давай. Да ну лол. Короче, здесь приколюха, дверь на глобал таймере стоит. Смотри, сейчас она откроется. Паузу нажимаешь, ждешь какое-то время, и она закрывается. Машина какая лютая. Я знал, что ты это сделаешь, собака. Да хлоясь. Да хорош, блядь, кидаться-то, алло. А я уже по привычке хочу, короче, на него напрыгнуть. Сверху и дубасить его. Как в первой части было. Пунь. Здесь очень тупо сделано, конечно, что можно вот так делать. И тебя потолок не доножит. Let's make some ice. I will eat you. Ай-яй-яй!
шипы не убивает. Контра, бляха, началась. Я вообще-то взял ее, нет? Угу. Да, блядь, ебани Кальдином. Да ебани Кальдином, да ебал. О, да молодец. Ах. Козел. Да не треха. Треха. Не балуй. Вниз. Так, как тут? Работает-то, ёпте. Ой. Спасен. Так, вот здесь надо аккуратно. Все, можно? Пока стрелка здесь не появляется, короче, здесь нельзя прыгать вниз. То есть, если ты прыгнешь раньше времени, сдохнешь. Так, сейчас будет самое сложное. Так, главное, чтобы он меня не кинул. Хорош. Козел-то нет. Какие шарики? Да вообще на самом деле очень необычный музон какой-то. Я просто не помню, даже в какой-нибудь игре был такой хоть похожий на нас. На нахуй. Молодец. Спокойной ночи, Барзай. Да, в максимально высокой точке. Да. Что ты делаешь? Да блять, да ебанит этот свой вертухан. Шуруюкин, блять, хуюкин, как там тебе, блять, гулюкин, я хуй знает. Туда, куки даун, нау.
I'm Arnold Gidauf. Я тут чопа. Найди сюда, блядь, что ты, сука, прыгун, блядь. Вот этот уровень, который меня раздражает. Я поэтому не люблю американку из-за него играть. Нахуй смерть. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти. Ни одного пути, грешной души в зиме. Без тебя смысла нет, без тебя жизни нет. Ты в смысле, подожди. Ну чё-то совсем грязные спойлеры, Архимон, ты же, ну чё? Я тебе модерку дал, чтоб ты чё, блядь, это... Феодор банил или спойлерил мне сидел? Пека-пека, ну. Да неужто это? Ты решил сделать этот прием? Ой. Хорош, раз. Красиво. Еще один давай. Максимально в самой высокой точке прыжка. 10 прыжок адекватный весьма. Так, это надо все проскролить до конца, потому что я могу не увидеть ни хера, что там происходит. Так, подожди. Начинается. Труп. Ну, в этом вот разница японки, короче, и американки. Зашел, я, блядь, это в жизни не выговорю. Да не в ту сторону-то, ну! Въебукин! Ща въебукин! Как тебе такое, нормально? Ща въебукин! Ага! Джилл Марвел, спасибо за фоллоу. Ой, я тихо. Нет, веселье безудержное. Идеально. Ай! Сам виноват. Да что ты меня кидаешь, заебал? Да... Ты охерел чуть совсем? Иди сюда! Наглое говно. Уходит он, блядь, за экран. Иди в жопу. Так, что тут? А.
Да в разы лучше. Управление просто сложно. Кстати, да, посеком. Тапочки не одел, тапочки не одел, тапочки не одел. Жабу забыл. Какую жабу забыл? Чё? Так, поехали. Make some ice. The ice age is coming. Incoming. Fuck you, asshole. Привет, Гровозек. Ты козёл. Данечка. Да, сейчас проверим падение. Нормально. У меня цитаты кончились, ребят, подскажите. It's show time. Show me your leadership capabilities. Давай, выходи. О, день треха опять. Какая-то игра про знаменитостей. Кокаину. Спасибо. Поздно, правда, уже, да ладно. Это не его цитат. Так. Блять, будет опасно сейчас. О-оу. Ну все, блять, началось. Ну все, блядь, началось. Ну началось, да-да-да. На нахуй. На нахуй, минус один. Я прибежал ко мне, не лезть. Козлы, блядь. Суки сраные, шиноби, блядь. На. О, минус один. Пацан остался. Что? Ходухин, блядь!
Давай. Опа! Рука устала уже. Вспомнить две кнопки одновременно. Лас босс. О, братан, что тебе пиздец придет? Ой, я попал что по нему, серьезно? Ах ты конь. Лох. Как-то быстро. Все. Не, ну я себя не прощу, если его с колена не убью. Ну или каким-нибудь мощным ударом. Еще один удар, наверное, да? Слышь, пес, какой-то выйдет, блять, оттуда. Хуя ты там ударил? Да это песос. Да чтоб тебя. Ах ты суча. Красиво было. А почему тут был сюжет? Типа девушку убили его, что ли? Он пошел мстить, поэтому игра называется Revenge. Типа вот она что-то мертвая лежит. И тут внезапно происходит следующее. Она что-то глаза открывает внезапно. И тут он ей, короче, кол в грудь. Ты че пьянь, блять, оживаешь, охуела? На, кура. Жах. Хуба! Очень дада мэдэ. Очень дада мэдэ. Я сделал куражи? На, куражах, хуба! На всякий случай. Спасибо, Даниш. Спасибо, Архимон. Ну это как вот прям годный Double Dragon. Спасибо, Броди. Да нет. Ну американку они, конечно, испоганили.